Два дня семинара закончил. Смарат. Сюда. Да. А мы сейчас будем снимать, но это же дело в том, что вы свидетели этого чуда. Хотя это не чудо, это чудо. Это чистая физика. Чистая физика. Чисто ваша, в том числе, работа. Потому что с ней вы тоже работали, да? За два дня. Вот девушка приехала два дня назад сюда. Она была определенного размера, была в одних и тех же брюках. Лицо мы ее не показываем, потому что она не хочет, чтобы ее показали. Но все свидетели здесь. Но снимают. Мы не знаем. Но вы-то знаете, кто это. Итак, а теперь что у нас произошло со штанами? Какая прелесть. Вот прекрасно такая прелесть. Ходит, прекрасно. Да. Теперь это может, можно эти просто брюки снимать, не развязывая. Вот оно классно. Вот. И пошла. Да. Итак, это знаете, как говорят? Лицо не снимай. Да, я лицо не снимаю. Но самое главное здесь есть. Вот, а обычно говорят, а кто свидетели? А это, наверное, подтасовка. А подтасовки никакой нет. Да. Так вот, получается, в принципе, за два дня, теперь девушка, уезжая, она может наблюдать за собой. И я гарантирую, что она к этому не вернется.